Сегодня представители Министерства образования Нижегородской области и ведущих вузов региона на пресс-конференции озвучили итоги приемной кампании. Только на бюджетные места очных отделений были зачислены 6500 человек. Как и прежде, среди абитуриентов самыми востребованными оказались специальности юристов и экономистов. Также не потеряло свою актуальность IT-образование. Кроме того, в этом году был отмечен рост интереса к естественным и гуманитарным наукам. Этот год, эта приемная кампания, в общем, достаточно урожайная на открытие новых специальностей. В течение последних нескольких лет было некое затишье у вузов по открытию новых специальностей, потому что этот процесс очень сложный, энергоемкий, финансово емкий. Но в этом году нас порадовал университет Лобачевского, который открытые в прошлом году медицинские специальности открыл бюджетный прием. Это такие направления, как медицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика. Впервые был осуществлен прием на бюджетную основу. И вообще впервые университет Лобачевского открыл на внебюджетной основе лечебное дело, стоматология и конфликтология. Наш подведомственный Княгининский университет также в этом году реализовывает впервые программу «Продукты питания из растительного сырья». Программа очень интересная, она на базе Нижнего Новгорода, нашего филиала.